Что это такое? Первый диктант у меня был 4 с чем-то. Ты будешь готовить ужин? Давай. Теперь сыр сверху кладешь. Маргарита объел. Вот так. Это будет у Ксюши копилка. Да. Тебе не ходит и вещи твои не трогает. Доброе утро. Доброе утро. Встаем в школу. Доброе утро. Всем привет. Кто у нас тут спит? Да кто у нас тут спит? Кто у нас спит здесь? Бонечка. Бонь, буди Маргариту. Да. Буди Маргариту. Доброе утро. Встаем. Пошла. Бонь. Сразу гулять пойдем, да? Пойдем гулять сразу. Пойдем гулять. Сразу гуляем. Ой. Давай быстрее, Бонь, а то холодно. Долго не думай там. Все? Пойдем. Вот он. Здорово. Макс не хочет вставать. Макс. Макс, пойдем. Один денечек сегодня и 2 дня дома будешь. Пойдем, давай, вставай. Макс. Закапай. Что ты таскаешь? Маргарита, она таскает твои бумажки. Убери. Давайте, девочки, быстрее. Мне Макса собирать нужно. Завтра выходной, завтра праздник какой-то. Вот, а Макс, он же в среду не учится. Получается, он 2 дня дома будет. Максу повезло. Максу повезло. Да это мне? Давай. Может быть, это карандаш? Угу, скорее всего, или ручка. Карандашка. Это такая же, как у Маргариты есть, но тут она новогодняя, тут она просто. Разрисованная, как она. Это уже эссенс. Да, точно. Одинаковые две кисточки. Будет новогодняя и нормальная. Да. Мы не знали даже, что там кисточка такая будет. Нет, нет, ты что? Вот отсюда открывается. Взяла весь календарь, открыла. Да. Каролин, ты что? А я чувствую. Вот так. Вот так? Да, карандашик там какой-то, а черный. Как? Ну, карандаш. Карандаш. Еще вот. Все, ты спишь еще? Проснись. Алло, давай открывай. Угу. Что там? Такое. Доставай. Потряси. Что это такое? Вонюхай. Соль для ванны. Да, соль для ванны. Невозможно. Это соль для ванны. Как она пахнет. Прикольно. Будешь в соленой воде купаться. Ну что, я как обычно, пока дети в школе, в садике, загружаю видео. Сегодня, кстати, мне нужно загрузить целых 3 видео на канал Сестрички Лайф, влог и на канал Маргариты. Поэтому я думаю, успею. Мне нужно что-нибудь перекусить, а то я забываю иногда позавтракать. Это плохо очень. Такой вот батончик, что ли, съесть? Мюсли. Еще у меня тут мандаринчики, я уже парочку съела. И мне кажется, только у нас такое может быть. Представляете, дождь идет. Это вообще нормально? Шел снег, а теперь идет дождь. Да. Погуляла? Погуляла? Ты погуляла, Бонька? Она в туалет сходила? Если не сходила, выгуляй опять. Не знаю, а то будет потом. Надо смотреть за ней.
Она туда-назад уходит. А, понятно. Ну, накрываем на стол. Маргариты накрываем. Мама! 5-4 по какому? Это такой геометрия. Где такой геометрия? Какой такой? 5-4, молодец. Вот надо, вот. Тут надо сделать квадрат. Я неправильно прочитала его. А, ну, очень страшно. И читай правильно в следующий раз. Все правильно. Что ты хочешь от меня? Ошибка. Тут все правильно. Тут одна ошибка вот эта вот. Ну, тихо, господи, будь здорова. Чихает. 3-4? Да, ну всегда 3-4. Нет, у тебя один раз хорошо было. Ну, первый диктант у меня был 4 с чем-то. Это между 3 и 4. Что значит 3-4? 3 или 4, да? Между. 3 это как 3 и 5. Ну, тогда написали бы 3 и 5, зачем писать 3-4? Ну, это тоже как 3. Смотри, ошибки учи. Ошибку, работу над ошибками. Ну, этот очень всех плохой, но это только одного мальчика. Там он сам сказал, что это очень сложно. Ксюша хочет себе сделать эту маску в Инстаграм с Among Us. Давай, листочек. Вот. Нет, туалетная бумага. Вот эти 3 и потом еще... Новогодние 2, да? Вот этот. Палочки? Да. И еще что? Я лень? Угу, я лень. А это? Это снегоби. Угу. Это что еще за новое блюдо такое? Мандарин? С рисом и с подливом. У тебя, кстати, пятна какие-то вот тут красные, у тебя не чешется? Может, ты маску передержала вчера? Нет? Из-за мыла? Из-за пузырей мыльных. Ну вот. Потому что мыло сушит кожу. Все, ребята, я закончила, наконец-то. И теперь я буду заниматься домашними делами. Так. Давай открывай. Вот, пусть идет. Так, а у меня дела. Мне нужно убрать на кухне. Мне нужно поменять постельное белье. Заменить на чистое. Ну и, естественно, постирать. Менять постельное белье и хочу пропылесосить матрасы. Уже, по-моему, месяц я не пылесосила пыль. У них много скапливается пыли. Макс, ты что будешь делать здесь? Почему вот всегда им нравится здесь играть, а не в своей комнате? Ведь есть своя комната. Можно там спокойно играть. Нет, вот здесь вот надо посередине прям разложиться, чтобы мы обходили стороной. Что готовить? Ты будешь готовить ужин? Давай. А что ты будешь готовить? Что ты будешь готовить? Я буду делать улитки. Какие улитки? Так это не ужин, это мало, это как закуска. Ну, закуска. Никто не наестся этими улитками. Потом еще что? Сырники. Это же десерт. Маргарита, панакота это десерт. Понимаешь? Мы сейчас не десерт, нам нужно что-то поужинать. Мы не понимаем. А не десерт. Мы не понимаем. И нужны сливки для панакоты. Не понимаешь? Нет, ты не понимаешь, я смотрю. Нет, не понимаешь. Давай думай, что будем кушать. Гречку давай будем кушать. Ой, Каролина сделала целую семейку этих. Ты будешь делать варить гречку? Ай, такие смешные. А я буду делать масолодки. Это целое семейство, да. Кто это, кого это убили? Папа. Угу. Понятно. Это. Угу. Это папа, это Макс, это я, это ты. Да? Надо колбасу, вообще-то, и сыр. Колбасу и сыр для улиток. Вот это у нас колбаса, это у нас сыр. Да. Колбаски мои любимые. Их потом нужно вот так. Я тебя люблю. Их сначала... Я тебя люблю. Сначала нужно выложить этот... Я тебя люблю.
Да, сначала начинку выложить, а потом закрутить, а потом же резать. Так, вот, выкладываем эту колбаску, смотри, выкладывай вот так вот. Мама, мне нужно, надо сделать. Вот тут две, вот так вот, тут две, вот так вот, поближе вот к этому краю. Почему? Ну, чтобы, когда ты заворачивала, везде она потом будет, колбаска. Вот так. Теперь сыр. Теперь сыр сверху кладешь, а потом закручиваешь колбаску. И это вот так по горизонтали. Вот. И теперь Ксения. Что, 80? И теперь закручиваешь колбасочку. И все. Я все-таки хочу гречку сварить. Давно гречку не ели. И наши улиточки пекутся. Дай попкорн. Вы еще не съели его, что ли? Бутыль этот. Угу. Смотрите, что я делаю. Я снимаю, как готовятся наши. Наши эти. Как будто что-то упало мне, послышалось. Давай. Все. Поместится? Да. Не поместится. Не. Кики, дай. Пусть погрызет. Все, наши улиточки готовы. Поджарились, вкусненькие. Вот такие вот улиточки у нас получились. Красивые. Так, теперь бери лопатку. Зачем? Лопаткой. Что ты варежку испачкаешь, мне будет жирное все. Лопаткой бери и перетаскивай все туда. Гречка. Гречка у меня тоже сварилась уже. Ты все? Объелась? Теперь спать? Маргарита объелась. Так, все, поели? Давайте уберем со стола и будем смотреть какой-нибудь фильм. А? Завтра выходной. Завтра никто не работает, никто в школу не идет. Так что можно сегодня лечь спать поздно. Почему ты меняешь одеяло? Зачем ты меняешь одеяло? Тебе холодно? Тебе холодно? Мне вот с этим удобнее. На. Давай, Нади, под одеяльник надевать быстрее. Берешь вот так сначала. Потом вот так. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. А монетки где? Среди. Так там же мало. Это будет у Ксюши копилка. Да. Она когда ее наполнит полностью. Да. Тогда да, до конца прямо. Так что вы смотрите, как я пью? Водохлебка. Ты водохлебка. Ой, ой! Со скоростью света. Побежала сразу вниз, видела?
знала. А ты что хотела? А, hope you Смотрите. Ну хоть что-то. Ну 100% где-то 5 баллов. Ну ты кидай, как только будут монетки, так кидай сразу. И все. Что? Что ты себе купишь? Дом с вами. Дом? Вот эта свинка, а что с ней делать? Ее надо выкинуть, она уже вся это... Капут. Да, вон без ушей. Вон лапка где-то у нее там тоже. А нет. Нет, она только без ушей. Оторвались ушки. На. Убирай. Куда? Не знаю. Опять туда? Ну да. Ну вот. Начало через твоих год вложений. Вот такая. Через год? Да нет, если ты будешь год собирать, она точно наполнится. Да. За год. Представь себе полное. Приходишь такая потом в банкомат такая. За бутылкой все высыпает. Тем более там еще будет столько пива. Что ты красишь там? Просто бесцветным? Мальчик какой какашечный. Давайте спать уже собираться. Где твоя наволочка? Наволочку ищи. Наволочку пойдем искать. Вот тут лаком теребонять будет. Давай. Ксения, hurry with me, ты умышь против. Ксения! Воняет. Хватит трогать вещи. Она к тебе не ходит и вещи твои не трогает. Нет. Я не знаю, где твоя наволочка. Ее нигде нет, она только у тебя должна быть. Ну вот. Давай. Постельку. У меня как раз стирка закончилась. Постельное белье все постиралось почти. И сушка тоже сушится. Это уже высушилось. Я за сегодняшний день постирала... Сколько раз? 4 раза. Круто. Все перестирала. Все ящики пустые. Кухню вымыла. Все чисто. Маргуш, пожалуйста, заканчивай свой базар. Да, выключаем свет. И спать. Ты снежинки вырезаешь, что ли? Давай, давай, все. Ой, какая снежинка красивая. Ты не умеешь вырезать снежинки? Нет. Видно. У меня что, мыло тут? Где мыло? Нет, это паста зубная, наверное. Так, мыло тут сюда. Вот, ладно. Будем учить и зубки. Спать. Да. Всем пока. Пока.